Возвращение спустя полвека. «Ночь в Венеции» Иоганна Штрауса вновь поставили в музыкальном театре. Создатели спектакля обещают настоящий венецианский карнавал на сцене, итальянские ритмы и гармонию венского вальса. Подробнее о премьере. Александра Медведенко. Первые ноты итальянской классики в стиле комедии дель'арта вновь звучат на сцене музыкального. Но на этот раз создатели спектакля переработали либретто и усилили интригу произведения. Актриса Алина Шахеева впервые играет главную роль в спектакле. Пришлось помучиться в плане доставать свое горячее нутро наружу. То есть это было сложно. Но вроде справилась с задачами, которые мне ставили. Сначала на репетициях было, конечно, сложно, потом все больше и больше. И уже, когда вышла на сцену, сидит оркестр, хор, все в костюмах, уже стало проще. Пространство вот это сценическое придает уверенности. Карусель из переодеваний и комичных ситуаций сопровождают ритмы Италии и классический венский вальс. Это погружает зрителя в атмосферу города на воде. Раскрыт материал достаточно нетривиально. И сама музыка, она способствует тому, что мы постарались воссоздать, насколько возможно, колорит Италии, да, чтобы передать стиль, настроение эпохи. У нас вторая половина 18 века. Необычные принты и образы в костюмах персонажей – это не только отголоски венецианских карнавалов. Мы нашли в одной из гравюр Эшера, мы ее трансформировали, превратили ее в венецианскую гецетту, которая, ну, один из самых таких туристических, ну, таких, ну, как сказать, гламурных видов, с пиццетты на большой канал, на две колонны, которые стоят на этой площади. «Ночь в Венеции» – это один из спектаклей большого проекта музыкального театра «Италия с любовью». Первая постановка «Римские каникулы» уже стала одной из любимых у новосибирского зрителя. Теперь же очередь за новым прочтением великого Штрауса. Александра Медведенко, Екатерина Макаркина, Олег Мощевитин. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!